Друзья, всем привет! Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Прекрасная погода, прекрасное настроение. Надеюсь, вы не сидите дома. Смотрите, сейчас биткоин у нас с вами отбился от уровня 6600. Я еще раз вам напомню предыдущее видео, то, что мы можем его продать только при условии уверенного пробоя этого уровня. На данный момент пока что у нас уверенного пробоя нету. О, кстати, слушайте, это лучшая интеграция, которую вы ждали. Илон, иди сюда. Мы сегодня просто Аленке делаем фотки, и Илона – это профессиональный фотограф, и до кучи она делает офигительные, просто офигительные пироги и офигительные торты. Как у тебя Инстаграм называется? У меня два Инстаграма, у меня Олимпик Илона и Илона Тревелин. Ну, мы вот сейчас сюда куда-нибудь вставим эти Инстаграмы. Я вам, ребята, отвечаю, если вы находитесь в Москве и хотите заказать там на праздник или просто офигительный торт или пирог, вот прям пишите. Может, еще телефончик оставишь? С удовольствием. 8-909-993-50-63. Звонить после 10. На самом деле, ребят, мы с Аленой уже довольно давно заказываем у нее всякие торты, пироги на всякие праздники. Я прямо искренне советую. Слюнки потекли? Слюнки потекли. Я как вспомнил твой пирог с мясом вообще. Ладно, продолжаем. Сейчас это телепортация. Соответственно, ребят, очень важный момент. Хотел бы еще раз сконцентрировать на нем ваше внимание. Мы можем с вами продать биток только при уверенном пробитии зоны 6600 долларов. Не при касании, не при тени свечи, именно пробитие. То есть вот мы пробились, закрепились хотя бы на часовиках. Тогда можно продавать, тогда реально мы идем к зоне 6300 долларов. Смотрите, друзья, на данный момент ситуация по альткоинам никак не меняется. Доминанта битка, она нереально завышена. Мы за ней должны наблюдать в первую очередь за биткоином. Активы там типа Ripple и тому подобное, они должны сейчас отойти на второй план. Сейчас наш главный актив находится реально в двоякой ситуации. И дело там не в том, что кто-то трейдер лучше, кто-то трейдер хуже, реально двоякая ситуация. Мы сейчас либо должны с вами закрепиться на 6700, закрепление еще не произошло. Закрепление должно быть выше 6750 хотя бы на дневке. И только это закрепление нам с вами даст возможность продавать биткоин на уровне 7200-7500. Смотрите, ребят, если сейчас брать трендовые индикаторы, они реально показывают боковик. Предпосылок, вот прям конкретных предпосылок для высоких вероятностей, чтобы мы с вами пошли либо выше, либо ниже, нету. Поэтому на данный момент исключительно режим ожидания. Я вам это говорю абсолютно точно, не стоит рисковать своими активами. Мы с вами уже довольно хорошо закупились на уровне 6150 долларов. И если у нас с вами будет большое желание продать этот актив плюс, мы можем это сделать хоть сейчас. Но я считаю, что нужно подождать, нужно продать его подороже. Теперь, друзья, прогноз. Смотрите, у нас реально на данный момент есть сильно сформировавшиеся зоны. Это зона 6200 долларов, зона 6300 долларов. Зоны, которые показали свою состоятельность, и зоны, которые пробить на данный момент, ну, реально очень сложно. И на самом деле, на данный момент мы с вами уже довольно много штурмуем зону 6700 долларов. Плюс, объективно, как большинство трейдеров, так и большинство обыкновенных покупателей готовы покупать от этого уровня биткоин. Плюс, ни в коем случае не забывайте на количество шортистов, которых не убавилось. Их запредельно много, и все-таки я ожидаю шорт-сквиз. Не буду говорить в среднесрок или в краткосрок, но шорт-сквиз априори должен быть, по-другому просто быть не может. Напомню вам, друзья, когда у нас с вами был шорт-сквиз 12 апреля, у нас от 6200 биткоина прыгнул до 8300 долларов. При этом в обязательном порядке обращаю ваше внимание на то, что шортов объективно тогда было меньше. Сейчас мы с вами находимся локально в боковике, и этот шорт-сквиз плюс приправленный новостным фоном очень хорошо бы сочетался с вот боковиком, который сейчас, соответственно, с преломлением тренда, и отправил бы нас куда-нибудь в зону 9000. Но сейчас об этом объективно рано. Друзья, мыслями с вами я с вами поделился. Хотел бы вам напомнить еще про канал TSI Analytics. Ссылку на него я оставлю в описании. Это мои хорошие, добрые криптоколлеги. Я действительно очень уважаю ребят с этого канала.
Основной уклон этого канала идет на волны Эллиот. Очень интересные формации пяти волновиков, откатов по коррекциям АБЦ. Вообще контент, который очень полезен для восприятия. Я вам его рекомендую. Если подпишетесь, уверяю вас, не пожалеете. Ссылочку вы сможете найти в описании. Все, больше времени вашего отнимать не буду. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, комментируйте, оставляйте свои лайки. Работаем!